guess I didn't know. Как AI Group успешно провела свою первую московскую международную выставку недвижимости в 2003 году, компания всегда творчески и профессионально подходит к организации всех своих мероприятий. Property-шоу в Москве и Петербурге, московских выставках Investment-шоу, Moscow Golf and Luxury Property-шоу, салона и выставки болгарской недвижимости. Работая также и в таких направлениях, как гольф и бизнес-туризм, наиболее обширным своим полем деятельности AI Group выделяет рынок зарубежной недвижимости. Это крупная международная индустрия, и мы всегда понимали, что наша главная задача и долг – предложить участникам высокий уровень обслуживания и добиться высокой посещаемости со стороны заинтересованных лиц, потенциальных покупателей. Поддержку игроков рынка и потенциальных покупателей AI Group с 2003 года издает первый в России специализированный журнал о зарубежной недвижимости International Residence и популярный интернет-каталог 1property.ru. Имея за плечами более чем 30-летний опыт, руководители компании участвовали во многих выставках по всему миру. Используя глубокие познания в области технологий выставочного дела, AI Group опирается на западные принципы организации подобных мероприятий, проверенные временем. Благодаря усилиям нашего IT-отдела в работе используются передовые технологии, уникальное программное обеспечение, поддерживающее первоклассный уровень проведения наших мероприятий. Все наши сотрудники говорят по-английски. Glad to see you, Mr. Zuckmanis. Welcome back to the property show. Let me show your stand. Мы с пониманием относимся к требованиям участников и предвидим многие их просьбы. Это позволяет им сосредоточиться на главном деле – продажи недвижимости потенциальным покупателям в России. Наш главный принцип – обеспечить приток целевых посетителей. Благодаря проведению целенаправленной маркетинговой и рекламной кампании, нам удается делать все, чтобы участники были довольны качеством и количеством потенциальных покупателей. Мы подолгу беседуем с нашими участниками из разных стран, вынужденных приспосабливаться в новых условиях и выстраивать новую маркетинговую политику продаж. В нынешних условиях мы сделали верный вывод. Бюджет рекламной кампании и выставки не только не уменьшается, но даже увеличивается. Количество и качество посетителей на выставках, проводимых компанией AI Group, всегда на высоте. Да, мы уже 10-й раз принимаем участие в этой выставке, так что юбилей своеобразный, то есть 5 лет уже на этой выставке. И мы как раз сюда приехали в первый раз, когда только Property Show стало выставляться на этой площадке, на Тишинской площади. Каждая выставка на самом деле разная бывает. Не всегда, например, мы видим, что клиенты, которые приходят на эту выставку, как бы готовы покупать в Великобритании, потому что цены все-таки, естественно, намного выше, чем в Испании, Болгарии и в других странах. Но, тем не менее, мы всегда находим каких-то серьезных клиентов и серьезных партнеров, с которыми работаем, и с клиентами, которые покупают, и покупают иногда не раз, и приводят своих друзей и так далее. Так что, в принципе, у нас с точки зрения маркетинга эта выставка всегда в нашем плане, и мы надеемся, что эта выставка будет столь же успешной, как и прошлая, мы будем продолжать работать. Вы знаете, да, действительно, мы принимали участие в самых разных выставках, в том числе и в Крокус Экспо, и Миллионер Фэр, и Гостиный двор, и здесь как бы небо и земля организация. И именно это, скорее всего, нас также привлекает, чтобы вернуться. То есть я знаю, что я могу приехать из Лондона, что здесь не будет проблем с растаможкой грузов, что всегда будут постеры вовремя напечатаны, брошюры будут вовремя сделаны, то, что было заказано, все будет здесь на месте. То есть можно приехать как бы накануне выставки, и все будет полностью готово к работе. И просто очаровательные люди работают в вашей компании, с ними всегда очень приятно общаться, и все вопросы, какие бы они ни возникали, они всегда очень быстро решают, поэтому это очень помогает в работе. Вы знаете, я считаю эту выставку одной из самых вообще лучших, которая происходит в Москве, и то, что мы ежегодно в ней участвуем, это тому прямое доказательство. Мы в последнее время оцениваем любые выставки именно в качестве тех выставок, которые приносят клиентов, и
бесспорно, эта выставка считается для нас, по крайней мере, одной из самых лучших, которые дают нам клиентов. Поэтому скажу так, что мы и планируем, и в дальнейшем участвовать во всех выставках, которые проходят именно на Тишинке, и в этой в частности, потому что действительно очень большой отклик, очень отличнейшая организация, отличная рекламная кампания, приходят люди очень подготовленные. То есть это говорит о том, что не просто приходят люди, которые вот посмотрели рекламу и обращаются, а с ними проводится работа. Я так понимаю, что организаторы рассылают какие-то информационные материалы, и за счет этого люди уже приходят более подготовленными. Естественно, нам проще с ними работать, общаться на одном языке, и это бесспорно очень большой плюс. И плюс этой выставки – это вот определенно вот этот правильный формат. То есть на небольшой площади сконцентрировано достаточно большое разнообразие предложений, и за счет этого человек, получается, за короткое время он может достаточно действительно много посмотреть, много узнать. Это бесспорно большой плюс, именно оптимальный формат. Ну, действительно, неоднократно мы уже убедились о том, что выставка полезная, хорошо организованная. Здесь быть участником — это не только затраты, но это приносит и свои плюсы в виде клиентов, в виде покупателей. Как в Москве, так и в последние годы уже в Питере вижу вообще. Вместе с коллегами мы видим, что та подготовительная работа, которая проводится менеджментом, работниками этой фирмы, это отличает эту выставку от, ну, почти всех других выставок недвижимости. Здесь мы всегда встречаемся с впечатляющим количеством посетителей. Видно, что они не как-то случайные прохожие люди, получили информацию вовремя, пригласительные, реклама есть. У многих других организаторов таких выставок, к сожалению, мы встречаемся с проблемой, что недостаточно эффективная реклама или вообще мало рекламы. И по сравнению с немалыми деньгами, которые участники оплачивают за свое участие, это не только аренда стенда, это и перелеты, это и гостиницы, это и питание, это дорогое удовольствие. Но когда мы принимаем участие на ваших выставках, мы никогда действительно не думаем о затратах, можем думать о результатах. Вы знаете, наша компания существует уже довольно давно, и мы очень много лет посещаем разные выставки, но должен сказать, что ваша выставка – это единственная, на которую мы ходим регулярно из года в год. Я не знаю, в чем секрет вашей успешности, но самое главное, что он существует, этот секрет, и выставка действительно приносит результат стабильно из года в год. Я обратил внимание, что изменился в этот раз качественный состав, изменился ощутимо, то есть стало значительно меньше случайных людей. То есть люди приходят, интересуются конкретными вещами. Это приятно. На ваших выставках ни разу не возникло никаких проблем. Если случались какие-то мелкие неприятности, все разрешалось моментально в течение 5 минут. Хочу поблагодарить за хорошую организацию, пожелать творческих успехов и реализации всех планов. Компания AI Group действительно заслужила репутацию профессиональных организаторов качественных мероприятий. Все стенды бронируются заранее. Мы упорно работаем со всеми участниками, и со многими у нас установились дружеские отношения. Мы выслушиваем их пожелания и продолжаем совершенствовать обслуживание благодаря этой обратной связи. Мы проводим лучшие мероприятия с точки зрения продаж и уровня организации. Присоединяйтесь!